квест продолжается. Из автобуса нас высадили. И надо по карте найти 25-й дом. Так, кто мы? На меня его просит. Плюс один. Да, 12-6. Это у нас с вами второй этаж. Угу. Давай, чем раньше. Ну, вы молодые. Давай, завтра. Какой 12, чё? 12-6. Оль, ну типа перекусить, говорят, где-то можно. Что, а? Что-то перекусить можно, шишки да иголки, что ли? Я так думаю, выйти куда-то и что-то купить. Думаешь? А? А, ну, наверное. 12-6, это вот этот? Амбарный замок? Это наша? Ух, тут, наверное, склад какой-нибудь. Нам кладовку выделили. Вау! You can really dance. Ну, кондей-то хоть есть здесь? Нет, уже кондей, наверное. Ну, тут зато пахнет дерево. Пахни... А, это уже ванна, все. То есть там... Сказали, полностью автономный номер, он мне сказал. На пиздел. На пиздел. Ну и ладно. Я вам все припомню. Мне специально надо побить. Тут много места. Автономная, наверное, в холодильнике есть. Телевизор есть. Оля, что, кондей вообще нет, что ли, получается? Да что не зеркало? Хорошо, что мы взяли свою шампунку. С подсветкой. А полотенчики, да? Дезинфицировано, понятно. Понятно, сюда не плевать. Да, это что, хотел сказать, свет? Я бы даже не знаю, открывать окно или не открывать, вообще открывать. Балкон, а как на него попасть? Через окно. А? А что, ну там, вентилятор какой-нибудь бы. Или хочешь прикол? Окно не открывается, что? Не открывается? Давай открой. Подожди, ну, может есть какая-нибудь система кондиционирования в шкафах? Ты что, Илюша, издеваешься, что ли? А, вот как окно открывается, наверное. А нет, я думала, может, оно вот так. Как-то же оно должно открываться. Ну, дай попробуй. Ну, мне кажется, вот дверь, мне кажется, на балкон. Чё ты дергаешь-то, вот. Ну? Щеку, господи. Не, ну, блин, ну что, дверь спать открытой. Девчонки, последний герой. Не, ну как тут? Должно, ой, тут еще жарче, мне кажется, не стоит. Да? Может, принесут кондиционер? Лучше не открывать, здесь прохладнее, чем на улице. Угу. Какая берлога. Помогите! Я могу на такой кровати спать. Да. Я, блин, не поняла, вот это не прикол. Вечер какой-то дышать. Ой. Ну а комары нас будут кусать. Блин, хорошо, дышать ничего. Все равно ты что-нибудь откроешь. Ладно, сейчас я буду. Воды нет, ты знала? Что воды нет? Еды нет, воды нет. На фотке выглядело все гораздо более интересно. Ну да. Да? Ну прям как-то прям как по-бомжатски, честно говоря. Ну, такое. Ну не, ну два дня, чем мы перетерпим, ну не... Посмотри, дерево, дерево нюхай. Эх, дерево. Ага, ноги грязные. Ладно. Так, ладно. Я нас сейчас засеяну. Спаси. Да. Ей, ловит у тебя интернет, да? Я не смотрел. А у кого на 3G? Ой, короче, мы приехали, вообще пипец, маски-шоу, девчонки. Номер, как будто мы как в избушке на курьих ножках. Вот так. Кондиционера у нас нет, прикиньте.
Шо ты, господи? Ну, давай закроем. Какой котеночек хороший. А что ты натырила воды? Потому что я много пью воды. Вот и мой хороший. Это, Оля, мы в каком городе находимся? Илюш, я тебе напишу бумажку с подсказкой. Мне почему-то хочется сказать в Румынии. Ну почти. Где Ульяновск? Ульяновский котеночек. Видишь, когда штурки нет, вот так можно жопнуть. Я все Женьке это. Ой, микрофон нюхает. Ой, вот ты АСМР что мне сделаешь? Давай мурчи мне в микрофон. Контент тихо. Какой ты хороший, какой ты хороший. Ой, а куцый, хвост ободранный. Ободранный? Я предлагаю открыть балкон, но не зажигать свет, чтобы не прилетели мухи. В темноте. Ой, иначе жарко. Закрыть дверь.